Протекает крыша, не работает лифт и не греют трубы. Капремонт идет в ваш дом. А реализация программы в этом году далее. По плану в республике должны отремонтировать около 350 многоквартирных домов. На эти цели выделено более 1 миллиарда рублей. Изначально в краткосрочном плане капремонта цифры были меньше. Увеличить их удалось благодаря сэкономленным средствам от проведения конкурса в прошлом году. А это 352 миллиона рублей. Часть из них направили на замену лифтов. В конце года включили дополнительно еще 18 многоквартирных домов, в которых меняем 81 лифт. Эти работы сегодня еще продолжаются, еще не все лифты смонтированы. Ну, или где-то идет пусконаладка. Сейчас муниципалитеты составляют дополнительный список домов на этот год. Учитывают ряд критериев. Возраст дома, техническое состояние, собираемость взносов. На сегодня у нас пороговым значением стоит 90%. То есть, если собираемость взносов по дому составляет 90% и более, то, соответственно, можно сроки капитального ремонта переносить на более ранние. Контракты на изготовление проектно-сметной документации уже заключены. Часть из них исполнены. А на сегодня объявлены торги уже 31 единица торгов по уже непосредственно выполнению строительно-монтажных работ. Мы планируем, что где-то в начале мая, там, в середине мая, край у нас подрядчики по этим торгам выйдут уже на объекты ремонтируют. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.